Когда это происходило 2 года назад, оно, в принципе, незабываемая такая ситуация, потому что, когда все случилось, сразу думать было некогда. Мы с Махановым Александром Александровичем работали именно, не, как бы сказать, не за награды, а просто пытались спасти, найти выживших, найти, вытащить погибших и предотвратить более тяжелые последствия. Сложно было потом, в то время сложностей никаких не было, потому что не было времени думать.